Это будет особая эскадрилья. Там куча иностранцев. Летали с кем придется. По какой-то причине власть имущие посчитали, что вы подходите для этой цели. Дайте нам подняться в воздух, и мы все сделаем. Тренировочный вылет. 4-5, вернуться в строй! Пашкевич! Пашкевич! Но, сэр, они безответственны и недисциплинированы. Мы подстрелили кучу немцев. Харрикейн уничтожаются так быстро, что нам не успевают подвозить новые. Нам тоже придется через это пройти. Враги собираются над Кале. Поднимайте 303-ю сейчас. Тревога! Зиги! Он опасен и для себя, и для эскадрильи. 6 сбитых, 0 потерь. Неслыханно для первого вылета. В конце концов, эту чертову войну выиграют русские и поляки. День за днем пилотов возвращается меньше, чем летал. Повезет, если месяц еще протянем. А мы ни хера не делаем, пока не убивают наших! Каждый патрон должен быть осмыслен, каждый выстрел должен быть осознанным! Каждый маневр должен быть идеальным, самым точным! Победить можно только так мы и выживаем! Крылья урагана.